Французы всегда знали, как жить красиво, как жить в свое удовольствие. Не обязательно демонстрировать это умение окружающим. Пусть это будет приватная жизнь. Но такая, как вам хочется. Пожалуй, основную мысль французской философии красивой жизни я вам донесла. Остальное время будет посвящено люкс-бренду, постельного белья и аксессуаров из Франции Yves Delorme. Домашний текстиль – одно из самых консервативных направлений фэшн-индустрии. Однако и здесь есть место революции, если это модный дом Yves Delorme. Начиная с 1845 года, компания не перестает удивлять ценителей эксклюзивного постельного белья своими инновациями. Именно Yves Delorme впервые предложила своим клиентам во Франции не однотонные с цветной вышивкой ткани, а ткани с набивным рисунком. Именно Yves Delorme впервые произвела комплект постельного белья из ткани жаккард из лучшего в мире египетского хлопка. Сегодня бренд от коллекции к коллекции также устраивает маленькую цветную революцию в сфере домашнего текстиля. Учитывая непревзойденное качество изделий, такие бренды как Kenzo, Calvin Klein и другие доверили пошив своих линий для дома компании Yves Delorme. Компания Yves Delorme стоит на одном уровне с такими брендами, как Cartier, Hermès, Louis Vuitton, Chanel и Dior. И эта революция дошла до нас. Французы, да и мы сами обожаем революции, не так ли? Но это другая. Такую революцию нужно проводить в тишине, в стенах родного дома вместе с любимыми и близкими. Тогда она будет эффективна. По подсчетам британских ученых, человек большую часть жизни проводит во сне. Поэтому постельное белье и прилегающие к нему аксессуары, их цвет и фактура создают ауру спокойствия и гармонии. Yves Delorme создают свои шедевры из королевских тканей. Любимые ткани Yves Delorme – это перкаль высокой плотности, 500 нитей на 1 квадратный сантиметр, перкаль с набивным рисунком, сатин и жаккард. Дважды в год дизайнеры бренда предлагают своим изысканным клиентам три основные линии постельного белья и полной серии аксессуаров – полотенец, халатов, ковриков, подушек, одеял, покрывал, ночных сорочек, наволочек, пледов и домашней одежды. Классика коллекции этой серии – это самые дорогие ткани, роскошные барочные орнаменты и изысканные классические элементы. Романтика – по-французски нежные коллекции текстиля с цветными рисунками и ласкающими пастельными тонами. Деко – линия дизайнерских экспериментов и трендовых цветов и принтов, полностью соответствующих модным веяниям Парижской недели моды, и несколько комплектов в сезон традиционно мужских цветов. Также представлена актуальная коллекция шикарного домашнего текстиля компании Kenzo, ночные сорочки компании Laurence Tavernier, одежда для дома, чудесные ароматы и роскошные аксессуары Yves Delorme. Все это есть теперь в недавно открывшемся бишкекском официальном салоне Yves Delorme. Именно сюда заходят самые почетные и дорогие клиенты, чтобы ощутить себя в Париже на Елисейских полях, не выезжая из родного города. Здесь роскошь настоящая, когда ты прикасаешься к шедевру. Ты ощущаешь всю эксклюзивность таинства. Здесь есть все для того, чтобы создать эксклюзивный и уютный шик в вашем доме. В таком уюте и сама будешь счастлива, и сделаешь счастливыми окружающих. Так что, мужчины, дарите нам и себе Yves Delorme. Теперь в Бишкеке, на улице Токтагула, 140.